Продолжаем квест. Третья сторона. Теперь нужно отправиться к Штакету. Поговорить с ним. Тут тоже слова охотливые, наверное. Сейчас замучусь читать. Кстати, Морозов ждет твою посылку. Морозов? Он все еще живой? Это хорошо, что ты зашел. У меня есть для него посылка. Я оставил ее на втором этаже, у балкона. Забирай только скорее. Там продукт скоропортящийся. Недавно доставили. Я боялся, что отнести не успеем. Неудивительно, что Морозов за нее переживает. Давай мухой. Одна нога здесь, другая там. Вот там в посылке радиоактивная какая-то шляпа. Давайте поднимем ее. Возможно, пока будем с ним разговаривать, посылка себя проявит, и мы по башке надаем, блядь. Это Штакету. Этой посылкой. Ну и где она? Вот она. Бляха. Ну, все, взял. Пойдемте теперь разговаривать с ним по поводу перестрелки бандитов и военных. Штакет. Штакет, надо разобраться кое в чем. Ты чего хочешь, сталкер? Чтобы ни было, я перед тобой не отчитываюсь. Солдат в лесу постреляли, и воров тоже. Так, волна пошла, значит. Ну тогда давай побазарим. Смотри, вояки решили добро сбыть, так? Их бригада встречала, скорее всего, с окрестностей кто-то. Мыслю я, что вояки канитель затеяли. Вооружены они хорошо, да нервы шалят посильнее наших. Зону-то из них толком не нюхал никто. Видать, что-то не понравилось бойцам. Замочили бригаду по беспределу, если подумать. Ты понимаешь, что такие вещи безнаказанными не остаются, даже если воры должны будут против армейцев пойти. Война будет, всем хуже станет. Кровь будет, это да. Зато поймут, что с нашим братом считаться стоит. Я честный вор, в чужие дела не лезу. Но будь это дело моим, я бы тоже за то, чтобы вояк на пику посадить, голосовал. Так оно правильней. Ты, видно, не знаешь. Двое уцелели. Пургу гонишь. Кто? Дезертиры из военных. Товар-то не нашли. Так, а это что, военный, конечно, груз у них. Ну давай, по правде скажешь. Ага, ну люди считают, что военные это дело так и задумывали. Наших положить, а самим вернуться. Глупо. Так, ты сам знаешь, что армейцы у нас умом вообще не блещут. Выходит, не так все было, а вояки решили сами себя кинуть. Надо дезертиров найти и в расход пустить. Может, тогда войны и не будет вовсе. Как людям весть донести? Да что с ним советуюсь, блядь, еще? Донести-то несложно, только вот они слушать не захотят. Надо подогреть их чуток, понимаешь? А чего ты не поговоришь? Эй, не гони, сталкер, мне за тебя говорить западло. Да я еще тут среди вертухаев сижу. Спалюсь на раз. Не я свои дела. Какой ты, блядь... Кто это сочинял? Ребенок какой-то, все эти, блядь, бредни. Диалоги эти. Давай так поступим. Я народ предупрежу о тебе. Поручусь, что мужик ты вроде правильный. Ага, правильный. Ну, диалоги каким-то ребенком сочинялись, блядь. Ложком каким-то. Как можно поручиться, что вроде правильный? А ты сделай вот что. На Бладхату, что у озера. Какая-то, блядь, пародия, блядь, какая-то. Что у озера. Притащи чая, сигарет, тушенки, знак добрых намерений. Не парься, если закуконить чего-то надо будет. Все правильно сделаешь, так тебе люди спасибо скажут, что подороже денег. На месте даже читать противно этот бред, блядь, какой-то. Ладно, хрен с ним, не буду я все это читать.
Штакет. Лашпина ты, а не штакет, блядь. Или он меня за дурака держит. Ну, как все разработчики игроков, блядь. Что там надо сделать-то? Аж, блядь, бесит, нахуй. Диалоги эти читать. Худой мир. О, это уже... Как бы новый квест. 5 пачек чая. 6 блоков сигарет. 10 малых суп-пайков для братвы. Вы будете общаться с бандитом Окрухом. Теперь вам известны некоторые факты, которые могут изменить ситуацию. Возможно, конфликт сойдет на нет. Но для комфортных переговоров братву необходимо подогреть. То есть подкупить, да, получается? Братву интересует 5 пачек чая, блядь, и 6 блоков сигарет. А исход этой... Не операции, как ее назвать? Вот этой заварухи им не важен, да? Ну, да дебилизм какой-то, блядь. Даже, блядь, обсуждать тут, блядь, противно это. Кто сочинял все эти диалоги? Квесты эти. Может, баба какая-нибудь? Короче, ну я не знаю, где эти чай-то теперь набрать. Чай, сигареты. Ну, сигареты хрен с ним купить можно. Пайки тоже. Вот чай. Чая у меня нет. Бегать специально искать его по этим баночкам. Макрух, это который в пещере бандитов. Так. Так этот дипломат не проявил себе. Ладно, пойдемте тогда пока к морозу. Может, по дороге сейчас бомбанет он. Где этого чая-то набрать? Такой облом по этим нычкам бегать. Целых 5 пачек. Бандюки тут неразумные получились у квестописак этих. Больше понтов. Никаких этих, у них никакого здравомыслия. А одни понты. Для них не разрешение вопроса важно. Опять пачек чая. И сигареты. Все, вот это вот у них предел мечтаний, блядь. Их стремлений. Надо было, блядь, другой этот диалог выбирать. Там, где ложь была написана. Пойдемте к морозу хоть. Значит, не сработает посылка. Сейчас Морозов там посмотрит. Скажет, ты что мне принес? И надо будет ее назад тащить. Ну что залагало-то? Надо перезайти, наверное, в игру. Плаки эти пропали. Сильно что-то залагало.
Да, глуповатые какие-то бандиты тут, конечно, получились. Да и военные тоже. Ну, военные, ладно, они такие и в жизни. В большинстве своем. Все военные привыкли, что за них думают. Думать противопоказано им. Это понятно, что они такие тут. Но бандиты-то. Им никак нельзя быть глупыми. Не выживут. За военными-то государство можно и не думать. А бандит будет тупой, не проживет. Если он только и будет думать, блядь, о сигаретах и о чае, блядь. Так. Че я хоть с морозом же, блядь? Разозлился, аж забыл, блядь, зачем шел. Вот твоя посылка, говнюк. Че там у тебя посылки в этой? Один нестабильный артефакт. Если открыть коробку, он превратится в опасный газ. Где ты это взял? От штакета? Штакет смерти моей хочет? Ну, посылку он дал. Вот урод. Позже с ним разберусь. Допросить штакета. Ну, опять же штакета. Ну-ка, давайте посмотрим, у меня тут есть хоть сколько-нибудь чая. Ну, вряд ли я сейчас буду специально прям чай этот собирать для этого квеста. Пока я с этим автоматом покажу. Ничего. Вот специи есть. Два чая есть. Три специи, кстати. Продать бы. Сколько, интересно, стоит. Специи продать он. Две лишних. Купить чай. Ну, две пачки есть уже, хорошо. Тут же общий склад. Вот это и на вокзале, да? Блин, надо было, надо выложить все лишнее. А что лишнего? Ничего нету. Продать только надо. Лапа. Пойдемте к штакету назад. В общем, само собой накопится, когда постепенно там, языки, чай, тогда эти квесты и продолжу. Зеленки напуские и бандитовские. А пока что буду другие выполнять.
Да отвалите. Да, надо перезаходить в игру, что-то прям залагало сильно. Так, сейчас с штакетом поговорим. По подъездам хочу пошариться. Может быть, тут в подъездах есть чай? Схрона. Тут же никак в зоне нельзя зайти. Тут можно по подъездам пошарахаться. В домах вон там. Ух, как лагает. Страшно. Да отвалите вы. Слышали, девы. Да, надо перезаходить время от времени в игру. Начинаются лаги просто дикие. Ты чё такой говнюк штакет, а? Ты мне бомбу в посылке подсунул. Бомба? О чем ты? Там был артефакт. Вот блин, прости, брат, ошибочка вышла. Ты так торопил, что я посылки перепутал. Но хорошо, что все живы и никто не пострадал. Ну-ну, мудак. Похоже, ты меня тоже с кем-то перепутал. Эй, спокуха, петруха. Сейчас будете, блядь, петуха, блядь. В жопу, блядь. Ладно, каюсь, отдал специально. Но ты тоже пойми, нам здесь держать товар этот никак нельзя было. Военные сталкеры, бывшие менты. Представь, чтобы началось, окажись посылка у кого-нибудь из них. А ты человек посторонний. Надолго тут не задержишься. Дела наши тебя не касаются. Если погибнешь, никого это не затронет. Если кого-то ненароком убьешь, виноват будешь только ты. И опять же, ни на ком, кроме тебя, это не отразится. Где посылка, сука? Здесь Алекс ее конфисковал. Найдешь его наверху. Можешь забрать, если она так тебе нужна. Если сможешь с ним договориться. Гондон, блин. Кстати, да, там с Алексом, блять. Ну Алекс-то надо там вынюхивать, разнюхивать, ему докладывать. Ой, блядь, квесты все какие-то. У тебя посылка Морозова? Да, но я тебе ее не отдам. Это важная улика по делу батьки Крученого. Что за дело? Я не могу разглашать такую информацию. Если хочешь помочь следствию, начни работать над своей репутацией. Доверие надо заслужить. Военные никуда не торопятся. Так, военный, теперь штакет. А насчет кого еще ему информация? Да что ты? Так, ну вот сейчас поговори с ним, он тоже информацию выдаст. Не буду я читать. Держи еще десятку. Почитайте на паузе, что он там говорит. В общем, тут квест в том, что нужно поговорить с ним и сдать. Рассказать, пересказать якобы, чего там по поводу твоего задания собираем, блять. Короче, блять,
Алекс хочет знать настроение и планы квартирантов бывшего здания медицины, информацию будет оплатить. Так, ну это теперь... А, еще нужно с палкой поговорить и посылку сначала ему отдать, а потом уже палки. Ну, давайте еще так сделаем. Так, связной. Сначала, значит, надо сейчас сбегать к бомжу там. Потом уже только откроется задание про посылку эту. Угу. Ну как у вас в зоне все? Ой, язык уже. Я уже хрен знает, какую серию подряд снимаю. Потому что могу не снимать несколько дней подряд. Не получается никак. Но время есть, снимаю, уже устал. И читать. Да и глаза уже побаливают. Надо закругляться на этой серии. Сейчас с этой посылкой. Надо разобраться уже. Вот этот квест выполнить. Собрать информацию. И он вроде бы как то ли посылку отдаст, то ли что-то там, ну как-то сдвинется все с мертвой точки, по-моему. Так, вот он. Яд палки, товар при тебе. Ну давай уже, 300 рублей у тебя. Так, теперь назад в палки. И потом в парк под лавкой найти. Посылку. Так еще плюхнулся вон. Пластунский. Да, не успею, наверное, в этой серии. Ссылкой разобраться. Лешие сейчас могут напасть. Ну стреляй, что ты там? Лаги дикие. Ну тут слабенькие лишние. Только это и спасло. Все, надо закругляться, выходить из игры. Лагает, блять, что невозможно. Да, блять. Ближний свет.
Надо взять теперь там на костре рис. Чтоб не тащиться опять за 3 дни зимы. Потому что с такими лагами сейчас чувствую опять убьют. Полазил я по этим. По подъездам. Вылупился. Фига, они там толпой на меня налетели. Пока отвлеклись, надо проверить лавочки. Так, хрен. Может, тут тоже надо как-то прицеливаться особым образом? Может, тут уже и не под лавочкой искать надо. Ничего не появляется. Все лагает, пиздец. Невозможно играть. Что-то нету. Где он? Вот он. Передумал нападать? Ну, не появляется нигде мир. Может, тут переделали квест, что теперь не под лавочкой, а хрен знает где. Ссылка Морозова, иди тут. Я что, не взял у него, что ли? Где он там, хрен? Где эта посылка? Блин, да я не взял у него, что ли? Блядь. Не вижу этого задания нифига. Урод, ты чё мне, блядь, задание не дал? Что там насчет товара? Гандон, блядь. Сейчас опять этих там леших куча будет. У них тут реально что-то много сильно. Ну, в принципе, они большие, даже это хорошо, в них легко попадать. Просто с такими лагами не прицелиться, вон лежит. Только вот это плохо. Так-то они легко убиваются.
Это отличается от скамеек. Всех. Вот она. Ну бери. Не берет так же, как и этот. На зоне. Не хочет. Да где ты? Ай, блядь. О, вроде бы взялось. Все. Пойдемте назад. Подустал я. Бинты нашел. Неплохо. Так, аптечка. Последняя. Вот это уже плохо. Блять, эти лаги с ума сводят. Вот твоя посылка. Ай, нафиг я ему ее отдал. Надо же было ее этому отнести. Ой, я тупень. Ну все. Совсем голова уже не работает. Ладно, на этом закончу.